Друзья, всем привет! У всех, наверное, в доме есть вещь. Она в приличном состоянии, можно ее еще использовать. Но, вот смотрите, пятна. И вот здесь, в той области подмышек, она прям явно, ну, выделяется некрасиво. И с этой стороны вот тоже. Если приглядеться, то это заметно. Вы знаете, конечно, может быть, кто-то заметит, кто-то и не заметит. Но, вот, например, я в этой кофте чувствую себя не совсем хорошо. Я покажу способ, как убрать это все быстро, без всяких покупных средств. И здесь еще главное то, что цвет, чтобы не вымыть цвет. Потому что если нанести, например, отбеливатель, удалитель пятен, здесь может образоваться белое пятно, здесь может образоваться белое пятно. И чтобы такого не было, я вам покажу способ. Ну, и в общем, мне кажется, вещь такая желтоватая, хотя она была ярко-розового цвета. Ну что ж, приступим. Не забудьте сразу подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы быть всегда в курсе новых интересных видео. Я беру 2 литра горячей воды и таблетку для посудомойки. Беру самые дешевые, штук 100, наверное, они стоят где-то 150 рублей. Вы знаете, я пробовала разные, но мне кажется, они все одинаково работают. Может быть, цена зависит от фирмы-производителя? Не поняла. Так, так как она долго растворяется, я ее вот так вот толкушкой растворяю. Растворяется она медленно, но ничего в этом страшного нет. Теперь беру свою злополучную кофточку и помещаю сюда. И что я делаю дальше? Немножечко она у меня здесь пролежит. После этого просто вот так вот беру и вот эти места вот этим раствором слегка застирываю. Вещь достаточно деликатная. Сильно там что-то вот так вот делать не стоит, потому что может и растянуться, и все такое. И здесь у меня, вот как я вам показывала, здесь вот пятна были. Их тоже так слегка застирываю. А дело в том, что с обратной стороны там есть стразы. И вот так вот тоже сильно что-то делать опасно. Вот, застирываю их вот так вот слегка и оставлю, пусть отмокнет в этом растворе, все пятна, все удалится, где-то минут 30, наверное, пока вода горячая не остынет. Ну, потом вернусь, я к вам покажу результат. Ну что ж, у меня вода остыла, прошло где-то минут, наверное, 20. Вот про что я говорила, здесь вот одна уже отлетела. Блестячка такая. Вот, поэтому нужно очень-очень аккуратно. Сейчас я перемещусь в ванную комнату, постираю хозяйственным мылом еще раз сверху и покажу результат. Вода какого цвета? Да, грязь хорошо выходит. Можно даже просто сполоснуть. Сейчас посмотрю. Я сейчас подсушила практически, слегка выжила. Показываю результат. Чуть-чуть одно пятнышко осталось. Здесь все хорошо. Здесь тоже все хорошо. И вещь, как я уже сказала, очень деликатная, потому что здесь вот такие вот блески. Сейчас подсушу. Вот таким вот нехитрым способом можно избавиться от таких выраженных пятен под мышками. Вот здесь вот, если есть какие-то пятна, то вот таблетка для посудомойки все прекрасно удаляет. И вещь можно использовать дальше.
Друзья, напишите, пожалуйста, под видео, что вы думаете насчет этого совета. Будет интересно почитать. А на этом я хочу с вами попрощаться. Всем спасибо за внимание. До следующей встречи.